Hidden my heart in the name of a memory. Falling down like rain, he could test every drop. Now I know I have the courage to tell him to stop. Stop, stop. Unboxing. Ну что, друзья, славилась всегда Украина своими красивыми женщинами, талантливыми певцами. Поэтому сегодня у нас специальный анбоксинг. Это единственный винил группы Viagra. Это французский сингл, англоязычные песни «Стоп, стоп, стоп». И это ремикс от вот этого, собственно, французского диджея. Рене Деве. Не знаю, правильно ли прочтено это или неправильно, но Рене Деве. Даже можно вот тут увидеть. Sonymusic.fr. То есть французское подразделение Sony Music. Ну и Novergaz.com, конечно. Наши девочки летели на международной ракете по всему миру. Кстати, этот сингл, я боюсь, был выпущен в 2004 году. И уже, наверное, был выпущен тогда, когда в составе уже не было нашей Анечки-красоточки. Была уже Светочка, 4 октавы. Собственно, так как это сэмпл, промо-материал, это не было в какой-то там продаже. Но сейчас это, естественно, можно где-то найти на eBay, на Discogs'е. Очень простое изданица, значит, вот в таком конверте. По дизайну тоже не было никаких заморочек, просто взяли заднюю, последнюю страницу из буклета англоязычного альбома «Стоп-стоп-стоп» и поместили вот здесь вот такую вот надпись. Все, в принципе. С другой стороны обложка альбома и звезда вот. И внутри у нас, значит, такой вот простой белый конверт и простая черная пластинка. На одной стороне, собственно, ремикс, а на другой у нас инструментальная версия этого ремикса. Вот, все, в принципе, это все. Вот такая вот черная, скучная пластиночка с двумя треками на борту. Сильно анбоксировать здесь нечего. Опа. Вот так. Вот. Ну все, друзья, давайте. Ставьте лайки, не забывайте. Подписывайтесь на наш канал. И пишите нам комментарии.